On the night of October 10, there was a drone attack on the Konskaya military airfield located near the city of Maykop in the Republic of Adygea, Russia. Local telegram channels reported on this. An explosion and a fire occurred at the airfield as a result of a strike by Ukrainian drones. No casualties are reported. After the incident, residents of Rodnikovy settlement, located 1 kilometer from the airfield, were evacuated. Be the location of the 272nd Training Aviation Base, the airfield is home to L-39 training aircraft and MiG-23 fighters. Они откуда-то стреляют, как ты слышишь, что? Это ПВО хуяли, конечно. Поехали, может, на Рождество? Вон еще один самолет летает. Ну, хоть на них идем. Ебануло, да? Он стреляет. Да, видно стреляет. Стреляют, да. Ух ты, они сбивают, смотри. Вон истребитель летит. Это город Майкоп. Два истребителя полетели. Ни хрена не видно. Он пошел. Только что два взрыва. У нас в Майкопе, мам. Ханск. Ханск. Ты увидел, что сейчас? Это прямо в стороне аэродрома хуяли. Извините меня за матом, блядь, мне других слов. Смотри. Ошалеть. Да уебывать надо, блядь. Еще, он пускает, поехали. Я не знаю, что делать. У меня трясется все тело. У меня очень сильно все трясется. Я не знаю, что делать. Это ужас. Там вроде нормально. Все работает? Сейчас все работает. Нет, дурак, блядь. Обновляем галерею, у меня сейчас вся галерея в этом будет. Гео. Офигеть, этот пипец. Небо прям черное стало. Ты видишь? Я, кстати, никогда в реальной жизни не видела пожара. Вот я тоже, особенно... Не, я видела какой-то маленький, а вот этот уже вообще пиздец. Дементоры летят. Из ДРВБ. Да, с днем рождения Велбориса, это все в честь него, это так, сюрприз. Это подарок. Да.
Мне кушать не хера, блядь. Ёб красоту. Просто все подчистую горит, весь рынок, просто жесть. Ну, тут все больше и больше дыма, прям больше. Походу он весь горит.